Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Александр Круг, автор блога HelpZarabotok.ru. И сегодня у нас на рассмотрении весьма очаровательный лохотрончик для весьма недалеких и неумных людей, который называется Исполнительный комитет возврата платежей. Видите ли, какое дело, что бы вы ни сделали, где бы что ни потеряли, вам все вернут. Кстати, вы не заметили, последнее время? пошли именно всякие комитеты, комиссии по возврату платежей. С чем это связано? Не задумывались? А если подумать? Правильно. Лохов много, которые потеряли деньги, и они уже больше не ведутся на что-то там, с лотереи и так далее. А вот на то, чтобы повестись, чтобы якобы вернуть деньги, вот на это лохи еще поведутся. И, к сожалению, таковых людей очень-очень много. Которые не думают головой, находятся в розовых очках и о чем-то там э, мечтают и не знаю, в какой реальности живут. В нашей реальности халявы на халяву не бывает. Вот все, что нужно знать. И еще один главный принцип это думать головой. Ну, не знаю, чем вы думаете. Не в обиду будет вам сказано, но каждый сам для себя делает выводы. Итак, давайте же посмотрим на то, как на исполнительном комитете возврата платежей хотят разводить и разводят успешно лохов. Итак, переходим на сайт. Заходим сюда, сразу видим, что уважаемый пользователь из города Ростова-на-Дону ну, определил мой по IP-адресу, это ничего удивительного. В время записи 24 июня 2019 год 12.34, секунда в секунду определяет. Обращений столько-то, новых столько-то, исполнительный комитет, даже герб есть, тут закон есть. И, о чудо, мне полагается 134 670. За что? За то, что я суперлох и только зашел на сайт. Головой подумайте, а. За что вам, зайдя на сайт, дадут 134 тысячи? Некоторым людям год нужно работать, чтобы заработать эту сумму. Если там у них зарплата, я там не знаю, 10-12 тысяч. А вам просто так дадут? Ну когда вы голову-то включите, головой, когда начнете думать, за что, почему, почему мне, на каком основании, неужели трудно задать себе эти вопросы? А потом мне в комментариях пишут, что Александр, мне за себя стыдно, там второй день плачу за свои тупости. Ну а почему бы раньше не подумать, а не потом? Странно. Ну давайте, я как бы буду сегодня так от двух лиц как бы вести. На саппорт можете написать, по-моему, толку не будет. Тут даже лицензия есть, выдана в 2015 году, естественно, Лажа. Ну, чтобы лох все понял, что это действительно ему положено, вот тут написано, прочитайте. Адрес, естественно, липовый, точнее, не липовый, адрес настоящий, но там, естественно, находится другая организация. Из 2015 года они якобы помогают людям. Бред, бред, бред. Ну да ладно. Я же как бы зашел сюда и хочу денег. Да. Хочу пройти процедуру. Как вас зовут? Раз, два, три, четыре, пять. Как моя фамилия или что там имя? Вот так. Выберите карту. В карте 15, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Проверить. Замечательно. Доказательства нужны еще. И теперь ожидайте. Вносим данные в реестр. Как, какие данные? Вот тот бред, который я написал. 10, 9, 8, 7, нифига себе, 6, 5, 4, ух ты, 3, 2, 1. И да ну-ну-ну что будет облом. Ожидайте. Представьте, я уже думал, вот сейчас посыпятся бабло на меня. А тут бамс еще раз дожидает 30 секунд. Ну, естественно, вот это вот, как вы видите, обычная гифка. Никакая-то не программа. Опанькие! Вот они! 134 760 тысяч мои, а здесь замазали. Потому что, чтобы не проколоться, что если человек неправильно, проверено, мои пятерки проверены, проверены, ваша страна, ну, реквизиты 16 однерок, тоже про все проверено. Доказательства нужны? Дальше переходим. Вывод средств выберите. Ну, же я же вообще-то как бы сказал, что... Ой, подать заявку. А тут даже пофиг. Да? Тут уже даже не сработало. Я их штук 8, наверное, вместо 16 цифр. Ожидайте, идет обработка. Какая же заявка, если я уже хочу, мне уже одобрили, мне просто должны перевести. Вот, 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 вот. Вот, пожалуйста, ожидайте. Ну, 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 ребятки, давайте, вы же пообещали. Я же денег хочу, денег хочу, да, 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 да. Сумма перевода пошла, хранение. Так. Ага, пошла на хранение уже хорошо, но, уважаемый Лох, запр заплати 134 рубля, ну типа мы что тебе пообещали чего-то, будь добр, заплати, ну давай заплатим. Ну, меня, как вы видите, блокируют Яндекс и блок информации граждан, ну можно заменить граждан на лохов чтобы поверили, тут даже отзывов нету. То есть, понимаете, отзывы не нужны. Зачем? Лохи и так поведутся. Они же хотят свои деньги вернуть. Тем более 134 тысячи. Все хотят. Ну и я хочу. Только я понимаю, что это нереально. Это циферки необоснованные ничем. Почему же вы верите в это? Я не знаю. То есть, я вам показал, реально доказал. Если бы это было так, то с этой суммы отнялись бы 134 рубля. Нет же, лохотрончики хотят их Получить себе, положить в карман, а вам, правильно, ничего не дать взамен. Все очень просто. Все лохотроны строятся по одному и тому же принципу. Пообещать, на, э, за, затянуть в ожидание, показать что-то, чтобы вы слюни пустили, потом э, выбить с вас деньги и оставить вас ни с чем. Вот и все. Вердикт. Значит, исполнительный комитет возврата платежей это самый обычный лохотрон, который вытащит с вас деньги, но ничего не получит взамен. Вот здесь, вот на сайте написал, нам никто не поможет, кроме нас самих. Поэтому, пожалуйста, вот здесь, вот поделитесь, или нажмите сюда, во всех социальных сетях этим обзором, чтобы люди знали, что это развод. Поделитесь информацией о моем блоге, чтобы люди знали, где пишут правду в интернете. Обязательно. Поставьте лайк на это видео, подпишитесь на, новость, на новости на канале на YouTube, нажмите обязательно колокольчик после подписки для чего, чтобы своевременно получать уведомления о выходе новых интересных и познавательных видео. А также подпишитесь на новости моего блога вот здесь вот. Я буду присылать только проверенную, полезную и нужную информацию о лохотронах не буду присылать вам информацию, потому что меню находится сверху моего блога. Всегда зашли и всегда можете посмотреть, что я рекомендую, что не рекомендую, какие лохотроны, как нас обманут. обо мне почитайте. Блог с 2012 года ведется, информации масса. Но заходите каждый день, положите блог в закладки и заходите, смотрите каждый день, что, как, здесь будут розыгрыши э, призы, конкурсы все потихоньку я заранее ничего не объявляю все будет проходить спонтанно поэтому подписывайтесь на новости вступайте в группу на канал и там и там и там будет все было и будет еще ну то ли еще будет а теперь информация для нормальных людей которые понимают что деньги в интернете есть но просто так они не даются значит на моем блоге есть вот этот раздел которым находятся лучшие обучающие курсы, те, которые я все проверил, которыми сам либо полностью, либо частично пользуюсь, и которыми пользуются многие посетители моего блога и успешно зарабатывают. Я предлагаю вам пройти сюда, выбрать один или два, но не более, для начала обучающих курсов, купить их, да, 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 информация стоит денег, потому что авторы этих курсов протестировали методику, получили результат, записали это в видео пошагово, вплоть до да, нажми сюда, нажми сюда, нажми сюда. Вы только изучаете, применяете, ключевое слово, применяете полученные знания и начинаете зарабатывать. Каждому, кто приобретает курс моего блога, я даю ценные подарки и шикарные бонусы, которые помогают убыстрить и увеличить ваш заработок. По некоторым курсам заработок возможен даже через один час после изучения и запуска. Но каждый из нас разный, поэтому у кого-то это будет один час, у кого-то через один день, у кого-то через неделю, а у кого-то может быть через месяц. Извините, все зависит от вашего уровня подготовки. Но это реально работает. Вот такие вот это разводы, выбивание денег. Вот это вот вы получаете. Знания вы инвестируете в себя. Вы научились и уже один раз научившись, вы эти знания можете применять и зарабатывать. Хотите, пожалуйста, переходите. Не хотите, не переходите. Я вам не лохотрончик, не заставляю и не навязываю свое мнение. Но то, что э, сегодняшний лохотрон, я думаю, вы поняли. То, что вот это работает, я думаю, вы также понимаете, потому что просто так я говорить не буду. А там дело ваше, хотите верьте, хотите нет. Мое дело дать информацию, мой блог называется help-заработок.ru Помощь в заработке, я ее оказываю тем, что проверяю всевозможные курсы, откидываю шлак и вот здесь помещаю только реально работающие курсы. Так что заходите, смотрите, выбирайте, приобретайте, изучайте и зарабатывайте. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч! С вами был Александр Жук. Пока-пока!